Всем привет! Сегодня понедельник, день тяжелый, но мы начнем его с поездки в транспортную компанию. ПЭК надо отправить детальки там ребятам в Саратов на УАЗик. А дальше посмотрим, что. Понедельник, день тяжелый. Ну, по работе пока спокойно. Нужно дома убраться, тут теплица. Тем более уже пора, все-таки октябрь. И надо батлу все тут убрать. Тут даже, по-моему, еще кое-где огурцы растут. Не знаю, но я думаю, даже он еще завязались. И вот, но я думаю, что это надо все убрать. Все, пришло время. Перцы оставим. Их подрежем там. Посмотрим, что с ними. Ну, еще порастут. Виноград надо подрезать. Короче, огородный денек сегодня у нас. Вот эту тему. Да и собрать. Его не мешало, потому что тут просто полно виноградик. На настойке там или еще на что-нибудь. Под мясо. Вот так вот. Ну что, приступим, а вот огурчик. Ну что, понеслась. Самое главное, что мы не будем это сжигать. Тут и так зучининки. Хоть топор вешай. Дыму все жгут эту ботву. А мы отвезем ее на свалку, как положено, утилизируем. Ну вот что получилось после уборочки. Капуста вот по третьему разу или по четвертому, по-моему, вырастает уже. Теплица очень производительная. Вот такие дела. Три мешка и там четвертый. Четыре мешка ботвы. Решил попить чаю. Оказалось, что не с чем. Помчал я за тортом. Лучше взял я торт. Торт, пироженку. От Палыча все. Мясо провансаль, так, на всякий случай. Чтобы спокойно попить чай. Ну, тут позвонили, надо поработать. Форсунку топливную деловыми линиями отправить. Куда-то далеко, там, в Иркутск. Поеду прям на полчаса. И потом домой опять. Дальше делать дела. Чай с тортом все дальше и дальше от меня отходит. Приехал на работу, тут надо форсунку отправить в транспортной компании. Сейчас тут по поводу моста, а еще что-то там надо. Тоже его определить. Ребят хотят забрать. Торт тут у меня скоро растает на сиденье, пока я чай с ним попью. Осенняя уборочка территории. Сок и котов. Вот тут виноградик у нас растет. Кстати, он такой сладенький. Вообще огонь белый. Просто клевый. Там тоже его собрать. Остатки уж. И все. Бассейн. В бассейне в этом году вода. Ужас. Она в самом начале, когда набирали, была желтая какая-то с водопровода. Пока перекисью не обработали. А сейчас совсем зеленая стала. Но мы его убирать не будем на зиму. Так, в прошлом году мы тоже его не убирали. Возьмем баклажки, песок. Ну, или насыпем. И также покидаем. Мы здесь оставили где-то сантиметров 20, наверное, воды. Вот так вот. Вот. Закидаем баклажки с песком по кругу. И все, чтобы его не расперло. И оставим на зиму. Будет зимовать.
том году отлично перезимовал. Все заправили, залили. Красота. И вот в этом году также сделаем. Глядим. Я думаю, еще перезимует без проблем. Че? Так он крепкий, нормальный. Вот, еду по Зубчининовке. Люди жгут ботву. Туман стоит, кумар. Вообще дышать невозможно. И дома везде это дым. Вот нельзя просто ее выбросить на свалку или на мусорку. Если нет, надо ее сжечь. И дышать нечем в Зубчининовке. Вот такая тема. Ездил в магазин за хлебушком. Хлебушки до чипсиков взял немножко. Погрызть перед телеком. Еду домой. Сейчас друг еще должен приехать за виноградом. Там у меня полно винограда. Они домашнее вино, там настойки разные делают. Ну, короче, вот они соберут, пригодятся. А потом будем пить под барашка. Если позовут, конечно, но должны. Короче, сейчас ехал, повернул в сторону дома на Грибоедова. А я вот заявку давно отправлял по поводу интернета. Ну, проводного, нормального, чтобы 100 мегабит в секунду было. Ну, короче, чтобы все было четко. Одну компанию, вторую. Вот в пик оставил заявочку. Сегодня звонил Дом.ру, тоже оставил заявку на сайте. Вроде со мной должны в течение 2 суток там связаться. И, ну, типа подключить или поставить очередь на подключение. А сейчас еду, и чувак распределительную коробку вешает, все, провода, кабель тянет. Прямо вот буквально здесь, вот за улицу от меня. И он говорит, блин, вообще в конце недели как бы уже будет у тебя интернет. И говорит, буквально через неделю, и у меня будет радость вообще в доме. Ну, я не знаю, я заявку оставил, мне они не перезвонили с пика. Мне только в Дом.ру заявку оставили. Может быть, перезвонит, но он сказал, что, типа, ну, еще не готово, линии не протянуты, и поэтому, короче, не, тебе пока еще не звонят. Ну, посмотрим. Будем ждать, у меня телефон есть. Если они уже здесь тянут, то, скорее всего, ну, уже я буду скоро с интернетом и вообще буду самым счастливым человеком. Потому что мы, у меня Wi-Fi тут, как и Йота, вообще туго ловит, не всегда работает дома, блин, YouTube, а мне-то все равно, ну, то есть, не YouTube только не работает, не интернет, только мобильный. Это не очень видимое наблюдение, тоже барахлит. Ну вот мы это посмотрим, поглядим. А то у меня игрульки и все дела. Ну все, окей. Всем пока.